зритель, мои парфюмы на сентябрь. Сейчас разбираюсь в полке, точнее пытаюсь понять, что у меня там есть и к чему душа лежит. Я поняла, что надо бы разобраться. Во-первых, надо разобраться, что у меня там в парфюмах. Во-вторых, надо разобраться, что у меня там в косметике, а то еще что-то стало тут как-то покупать еще всякое себе. А ведь вы мне, дорогие зрительницы и зрители, дофига всего дарили. В общем, надо как-то растрясти, может, даже на камеру, что у меня есть. Я в августе, сегодня у нас последний день августа, усиленно пользовалась, когда была в городе, а в городе я была с 24 августа. Кто-то из вас дарил, честно, не помню, поэтому просто спасибо за подарок, но кто, я уже вот реально не помню. Это кеньская вода от Yves Rocher, уже глубокая снятость, вербена. Мне очень нравится, раньше у меня тоже была вербена, но вот это подарок теперь от кого-то из вас. Я ей пользовалась еще буквально сегодня утром. Вот это у меня, я решила, что буду в сентябре ей пользоваться. Вот это у меня Essence. Лемонграсс и кокос с экстрактами лемонграсса и масла шива, он спрей для тела. Это подарок от подписчицы Лёлечки, он у меня стоит на кухне, и когда мне хочется, чтобы вкусно пахло, я его прыскаю в воздухе, а иногда прыскаю на себя. И я вдруг подумала, что почему бы его не включить в обзор, потому что он у меня не был заявлен, допустим, на август, но я ловила себя на мысли, что я его использую. У меня есть и оригинал. В двух вариантах, мне кажется, как явность, evidence, common evidence, я вот сейчас уже не вспомню точно, ну, и фрашевская. Но сейчас у меня рука что-то потянулась к дубликату. Почему дубликат? Потому что вот лично для меня у Avon Prima просто без всякого всего. Это я еще покупала, когда была представителем Avon, как давно это было. Короче, Avon Prima, она копирует лично для меня common evidence, а ты фрашек, тот аромат, который как явность. Это туалетная вода, по-моему, была в декабре 2015 года, я ее покупала, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, она на 5 лет уже просрочена, но с ней ничего плохого не случилось, ЭДП. Не, это парфюмерная вода, вот что. Короче, она 8 часов у нее была стойкости. У нее такой легкий пудровый аромат, мне очень нравится. Но на самом деле он тяжелый, потому что вот летом она, наверное, будет тяжеловатая. Вот на теплое время года, на холодное время года она будет очень классная. Но ее реально достаточно только пшика. Вы знаете, я люблю на себя много пшикать. Короче, она вот потому что достаточно только пшика, она вот всего лишь вот столько израсходована. Тут, по-моему, 50 миллилитров. Это тоже мне кто-то из вас, ребята, дарил. Ребята, девчонки. Это Аккорд Шик, Yves Rocher. По-моему, это тоже уже снято. Я давно не была на сайте Yves Rocher. В Ярик у меня не получилось ездить. Ну, не случилось как-то. Соответственно, в Yves Rocher-ском магазине я не побывала. Я планировала в конце лета поехать в Рыбинск, но что-то как-то вот не случилось. Человек, с которым я хотела встретиться, ну, не очень надежная. Поэтому как-то, в общем, эта встреча у нас так и не состоялась, а там тоже есть магазин Yves Rocher, по крайней мере, раньше был. Поэтому я даже не знаю, что сейчас в ассортимент какой в Yves Rocher. Это Аккорд Шик, Secret d'Essence. По-моему, Secret d'Essence у них уже давно такая снятая серия, у них какие-то там новые духи вроде как пошли. И помню, раньше с кем-то я была в Yves Rocher и пробовала вот этот, ну, пробник просто прыскала на себя, этот Аккорд Шик. Он мне не зашел совершенно. Мне какой-то еще пробник приходил, вот, ну, что-то не то. А потом как-то вот, знаете, эликсир, соэликсир Буассенсуэль. Ну, в общем, соэликсир изначально мне напоминал пластилины, когда мне от Yves Rocher в подарок за заказ шли эти соэликсиры, я дарила бабушке, матери, мужа моей сестры, кому угодно, а потом внезапно сама приснула на себя, и он мне пошел, хотя изначально шел как пластилин. Короче, я открыла его, понюхала, и он каким-то немножко мужским отдает ароматом, чуть-чуть такой горчинкой, как бы специями такими, немножко горькими, немножко такими восточными чем-то. Сейчас на себя прыснула, немножко отдает каким-то первые нотки бабушкиным ароматом. Знаете, я не знаю, как красная заря, не красная заря. Но у меня была соседка на механке, от нее вечно так как-то термоядерно пахло. И вот тут чуть-чуть вот таким ароматом, переплетающимся с чем-то таким восточно-остро с горьким.
А сейчас чуть-чуть даже древесным отдает, в общем, какой-то интересный такой аромат. И я решила, что сейчас, в принципе, хоть сегодня было тепло, но я тем, что обычно, вот последний год у меня как-то, тем, что пользуется обычно, когда тепло, я пользовалась, когда холодно, а тем, что пользуется обычно, когда холодно, я пользовалась, когда тепло. Короче, я думаю, что мы найдем с ним общий язык в сентябре. Вот такие у меня четыре ароматика. Если ты чем-то, зритель, таким пользовался, дай знать в комментариях. А если ты чем-то совершенно иным, допустим, я в сентябре буду пользоваться это, тоже дай знать в комментариях. Мне кто-то в комментах под прошлый обзор писал, что вот такой-то аромат используют, а другой подписчик, ну, зритель писал, что да, вот у меня этот аромат был год назад. Я, честно, не запоминаю, я знаю, что там вы мне дарили, что-то я использовала. Соответственно, делала обзоры, и мне нравилось, но вот в упор не помню. Поэтому, если вдруг что, и вы пользуетесь что-то иное, и при этом знаете, что я этим пользовалась, просто дайте знать комменты. Лёля, у тебя такой аромат был. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, я буду только рада, потому что я хочу сейчас купить второй штатив именно для этой камеры, на которую сейчас снимаю. Ну, не справляются у меня один штатив на две камеры. И когда я была в деревне и писала мумбанги, я пришла к выводу, что нужен какой-то штатив. Допустим, вот когда еду я туда, и чтобы у меня был один там, другой тут, чтобы вот стабильно так было конкретно. И вот, буду рада вашей поддержке. И всем пока!